Более 20 человек погибли при попытке пересечь Эгейское море на небольших судах. Еще не менее 13 числятся пропавшими без вести. Известно как минимум об одной надувной лодке, которая перевернулась в ночь на четверг близ греческого острова Лесбос. В ней, по данным береговой охраны Греции, находились практически исключительно женщины из африканских стран. 10 человек удалось спасти. Второе крушение произошло в сотнях километрах к юго-западу, у острова Китера. Легкий парусный катер сел на мель и затонул. Спасать людей, которые пытались выжить, цепляясь за скалы в бурных водах, помогали местные жители. У берегов Китера из воды достали около 80 выходцев из Ирана, Ирака и Афганистана. Подтверждена гибель нескольких человек. Катастрофа произошла в условиях штормового ветра, который осложняет проведение поисково-спасательных операций. Министр по делам мореходства Греции Янис Плакиотакис связал гибель мигрантов с организованной преступностью. Он обвинил соседнюю Турцию в фактическом потворстве бандам, которые зарабатывают деньги на нелегальной перевозке людей в Европу.